Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Перед нами находится устройство Samsung Galaxy Tab S6 Lite. И сейчас я покажу вам, как включить или настроить режим «Не беспокоить». Итак, свайпаем вниз, ищем здесь режим «Не беспокоить» и, нажимая на него, включаем его или выключаем. Если зажмем на нем пальчик и нажмем «Сведения», перейдем в настройки данного режима, где мы можем настроить, выбрать, на какое время мы его включим. Либо до отключения вручную, либо 1 час, или, в общем, определенное время, либо каждый раз спрашивать. Дальше можем настроить расписание. Нажимаем «Добавить расписание», выбираем «Дни», можем добавить имя расписанию, также установить время начала и время окончания. Нажимаем «Сохранить». Также можем настроить исключение в режиме «Не беспокоить», то есть выбрать вызовы и сообщения, допустим, и здесь мы добавляем контакты. Это будут как исключения, от которых будем получать уведомления, если у нас еще здесь на вызовах включено, допустим, только контакты или только избранные контакты. Вот, у меня никто, поэтому смысла добавлять контакты у меня нет. Для сообщений мы делаем то же самое, но еще и включаем повторные вызовы. То есть, если кто-то будет перезванивать нам в течение 15 минут, мы уже получим сигнал. То же самое делаем для приложений. Нажимаем «Добавить приложение» и добавляем приложение, от которых будем получать уведомления. И то же самое делаем для сигналов и звуков. Также переходим в «Скрытие уведомлений», и здесь мы уже можем либо скрыть все элементы, либо настроить отдельно каждый элемент. На этом все. Спасибо за просмотры. Ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал.